окончания школы в 1959 году Валентин Лебедев поступил в Оренбургское авиационное училище. Через год, во время сокращения советских вооруженных сил, училище расформировали. Лебедев перевелся в Московский авиационный институт. Параллельно с учебой осваивал профессию летчика. Начал с планеров, потом освоил поршневые самолеты, перешел на реактивные. Первое заявление в отряд космонавтов написал еще на третьем курсе. После института Валентин Лебедев добился направления на работу в знаменитое ЦКБ экспериментального машиностроения, возглавляемое Сергеем Королевым. Осенью 1968 года советский корабль «Зонд-5» впервые облетел Луну и доставил материалы съемки на Землю. Валентин Лебедев руководил группой технического обслуживания и эвакуации после приводнения спутника в Индийском океане. Работал инструктором-методистом отряда космонавтов. Составлял методики экспериментов и исследований, проводимых космонавтами на орбите. В частности, именно Лебедев разработал методику ручного сближения корабля «Союз» с орбитальными станциями. Дальность метр. Ожидаем касания. Есть касание. Есть сетка. 22 марта 1972 года зачислен на должность космонавта-испытателя. С 83 по 86 годы в группе космонавтов готовился по программе «Буран». Первый полет Валентин Лебедев совершил в декабре 1973 года бортинженером корабля «Союз-13» вместе с Петром Климуком. Второй полет выполнил с 13 мая по 10 декабря 1982 года бортинженером корабля «Союз-Т-5» и первой основной экспедиции на станцию «Салют-7» вместе с Анатолием Березовым. Во время полета совершил выход в открытый космос длительностью 2 часа 33 минуты. 211 суток. Рекордная по тем временам длительность полета. На станции Лебедев активно занимался научной деятельностью. В частности, впервые были получены сверхчистые биологические материалы. Впервые в условиях невесомости удалось вырастить арабидопсис или резуховидку таля. В студенческом конструкторском бюро МАИ при участии Лебедева были впервые в мире спроектированы и изготовлены малоразмерные спутники «Искра-1» и «Искра-3», которые космонавт лично запустил с борта орбитальной станции. Это эмблемы союзов молодежи 11 стран, участников программы студенческого интеркосмоса. Я майорец, и у меня была мечта выйти в открытый космос и запустить наш спутник прямо с рук, как голуби. И пошел первый спутник с борта орбитальной станции. После этого полета Валентин Лебедев написал книгу «Мое измерение», основанную на записях бортового спутника. Орбита выведения 194. В течение нескольких лет во время своих отпусков Валентин Лебедев участвовал в строительстве Байкало-Амурской магистрали. Он был командиром студенческого отряда «МАИ». С 1989 года заместитель директора Института географии Академии наук СССР по научной работе. 26 мая 2000 года первым из космонавтов избран член-корреспондентом Российской Академии наук. С 21 июня 2006 года Валентин Лебедев профессор на кафедре «Космические системы и ракетостроение» Московского авиационного института. Автор 157 научных работ, в том числе 9 монографий и 26 изобретений. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. По предложению НАСА избран почетным гражданином штата Техас. Офицер французского ордена почетного легиона.